Силы света выбирают героя. Всем привет, поклонники Dota 2, у микрофона Лекс, это SLTV, начинаем смотреть мы за фаскапом. Сегодня у нас уже среда, сегодня открытие сезона StarLadder юбилейного 10-го. Как раз таки сейчас это, по-моему, трансляция на Star-серии, но мы смотрим аматорку, фаскапы, не менее веселое событие, согласитесь, хотя, осталось, конечно, можно спорить долго и... Уверен, но кто знает, может какая-то из этих команд когда-то дойдет и до уровня Star-серии, а мы наблюдаем совсем маленькие шаги команд. Ну и давайте, наверное, поговорим о цифрах. Команда Dangerous имеет 2 победы, 5 поражений. Команда SLV или Solo La Victoria имеет 36 побед, 24 поражения. Такие у нас команды, одни новички, как я назвал в нашем паблике, другие опытные игроки. И, конечно, есть у нас очевидный фаворит, это, конечно же, команда Solo La Victoria. Давайте мы немножко звук потише сделаем, наверное. Так, вот так. Вот так получше. А, ну и что, поехали. Doombringer, Void, Lycan и Invoker. Силы света запрещают пока героя. У нас вот такие вот баны. Не совсем ясен бан Инвокера, но, видимо, ребята его испугались, видимо, что-то знали и попросту не любят с этим героем играть. И так все стандартно. Никаких нововведений. А, по пикам ФП, Venge of Spirit, вот так вот почему-то залетела Винга. Возможно, кстати, Винга будет и мейн кэрри, черт его знает. Бывают и такие моменты в игре. Тем более, опять же, напоминаю, это аматорка, тут, возможно, абсолютно все. Ребята могут тестировать какие-то комбинации и не бояться, что они там что-то проиграют, потому что это всего лишь фаскап, и проиграть его не страшно. А в ответ Shadow Shaman, Skyvros, два сильнейших саппорта, и комбинация у них довольно-таки адовая. Под Mystic Flare'ом и связочкой вот эти ребята будут творить большую грязь, и там и Рубик, и Винга будут разлетаться просто за пару секунд. Ну и про Рубика вот только мы заговорили, Рубику здесь есть что воровать, поэтому, ну, может заехать, может не заехать. Рубик действительно герой довольно-таки ситуативный, и реально, либо он заедет, либо нет. Осталось 10 секунд. То есть, если вначале у него не попрет, то там, даже если что-то сворует, то, ну, осталось такое. Осталось 5 секунд. То есть, Рубик становится мясом. Баны на второй стадии, Герокоптер, Бристлбэк, Вайпер и Тайтхантер. Прошлись уже немножко ребята по таким дамагерам, что Вайпер, что Гирыч могут, конечно, лица разбивать. Ну и по оффлейнерам Бристлбека банят редко и пикает уже редко, забывает про этого героя, хотя крайне он силен. Ну а Тайдхантер сейчас вот модный стал и пикают его, банят бесконечно. Ну и есть, в принципе... Причина для этого все же Энхер Смэш, пассивка и вот этот Рэвидж, это тебе не шутки. А, забирается антимаг, что довольно-таки интересно. И сразу я посмотрю на Луну, два редких мейн-кэрри в современной доте, который идет именно сейчас, на сегодняшний день. Что антимаг, который довольно-таки спорный, что Луна, которая тоже перестала заезжать в матчах каких-то. Но вот Луна, получайте, тоже ее в пабе уже не видно, вот эта Луна, хотя она, конечно, за счет этих глейвов бьет очень больно, но не забывайте про осталось мощные обилки вроде Бима и Эклипса. Там, если подставятся осталось ребята, то будет больно. Ну, под Луну лучше что-то брать вроде Энигмы, там, я не знаю, что-то со станом. То есть, как-то нужно придумать какие-то комбинации. Иначе, если все разбегутся, то от Луны пользы не будет с этим ультимейтом. Ну и Магин имеет Блинкдаггер, что тоже не очень приятно. Нужно его как-то контролить, пока я вижу только телекинез, который не очень-таки долгий, стан Винги, который, ну, более-менее нормальный. Ну и у Луны это микростан, по сути, тоже можно назвать. То есть станов сильно нету, антимаг уйдет. Нужно что-то со станом, либо с более мощным дизейблом. Я намекаю сейчас на Леона, но куда здесь пикать Леона, не ясно. Уже есть два саппорта, есть уже мейн кэрри, и тут остается только мидер и оффлейнер. Может быть, какого-то пака пикнуть, может быть, какого-то Магруса, ну, может быть... Посмотрим. Посмотрим, что выбирают героя. Решат ребята из команды Team Dangerous. Ждем четвертый пик от них, а пока Тимбер Соу появляется в пике команды Solo La Victoria. Тимбер у нас будет оффлейнить, будет нарезать вот этих ребят очень сильно, очень больно. Согласитесь, там еще и Фуриона добирают, но просто сейчас Тимбер, если ему дать какой-то фарм, дать ранний шестой левел, то будут большие неприятности у
команда Dangerous. Это, силы тьмы, безусловно, тут по-другому быть не может, потому что выбор вообще, света. Как мы помним, Тимбер и Фурион не очень-таки дружат, и Тимбер противостояние выигрывает. Он-то у нас деревья режет, режет вот эти спруты, пеньки и все, что хочешь. Поэтому, ну не знаю, пик Фуриона довольно-таки странноват. Может, были у них какие-то планы на вот этого Фуриона, но не рассчитывали они на пик своего противника. Просто был какой-то план забрать героев, и все. Банится Рейзер, а Dangerous в ответ же Деспрофит, побоялись пуш-потенциала вот с этим Луны, с этим Фурионом. Деспрофитом, конечно, могла заехать неплохо. Да, и Саланс очень полезно, которого Тимбера просто обезоруживает, антимага обезоруживает. Да, антимага еще контрит неплохо, обычный Саланс. Но его уже пока нет. Может быть, Фурион какой-то арчит соберет, но я сомневаюсь. Не знаю, нету Саланса, по сути, у команды Team Dangerous. Тут есть Sky Mag, тут есть Shadow Shaman, то есть... Там Сайленс, тут Хикса, там связочка. Достаточно, в общем, дизейблов. И ну что-то добрать, наверное, еще дизейблом. Какой-то мидер. Опять же, вроде, может быть, кстати, Тинкера. Тинкер бы неплохо тут вообще наваливало, скажу. И что-то мне подсказывает, что сейчас соло Ла Виктория заберет. Айсберг долго думать не будет и возьмет себе вот этого Тинкера. Я не знаю, кто у них катает на миду, но Тинкер здесь так бы круто сейчас заехал. И стоять против этого героя крайне сложно. И там все вот эти Деспрофит и Рейзеры, которые могли... И вайперы, которые могли какие-то там проблемы принести, забанены, и я не знаю. Давайте, ребят, тинкеры, это будет какой-то фаст гейм и изи вин. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Пикается Зевс, вот так вот почему-то ребята убирают этого героя, довольно-таки интересно. Ну, Зевс тоже очень такой нечестный герой, по сути, с этим ультимейтом и с болтом. Он там такой дэмэдж наваливает на ранних левелах, что это просто, ну, невозможно играть против Зевса. Помню, игры у нас были, когда Зевс пикался, и там такая была вахханалия, что ребята, не знаю, ливали просто, потому что, ну, реально... Осталось 10 секунд. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что будет в этой игре с этим Зевсом. Пойдет на мид, разумеется. Стоять против него тоже не очень-таки приятно. Может, какой-то Деваур будет стоять неплохо против него, да. Дополнительное какой-то время. Дамагер. Ну да, Зевса надо гонять. Ну, а кем тут гонять? Я не знаю. Драгонайт, может быть. Он довольно-таки толстый. У него есть Брисфайр, который при достаточном левеле, а там уже на 5-м левеле, может задувать этого Зевса довольно-таки сильно и больно. Ну... Это уже какой-то кэрри, какой-то герой, который... Может, Темплар Ассасин, кстати, да, забыли мы совсем про Темпларочку. Да, кстати, Темпларка здесь вообще идеально бы заехала, на самом деле. Я не знаю, почему забывают про этого героя. Там этот полезный рефракшн, который дэмэдж дает, что тоже немаловажно. Но и немаловажно, что и щит появляется против Зевса. Но ожидаем. Последний пик от команды Team Dangerous остается буквально 30 секунд. Опять, к сожалению, у нас постигла не совсем прикольная и веселая ситуация с этой командой. Снова были какие-то проблемы, что не хотели стрим на матч. Не надо так делать, ребят, просто ну подрываете интерес стримера к вашей команде. Не хочется за вами дальше следить, поэтому ну не стоит так делать. То есть... Дает же вам человек все доказательства. Зачем какие-то споры? Никто же сливать игры не будет. Это обычный... Фасткап, здесь все фанится, я веселюсь, мне интересно стримить, вам интересно играть, все просто. Ну и что, добирается Тинкер, о котором мы говорили, только уже команде Dangerous. Ну, будет там весело посмотреть, что будет происходить. Я как понимаю, скорее всего, пойдут ребята из Dangerous на оффлейн, там делать отводы намного проще для Тинкера того же. Ну, осталось 10. Глянем чуть позже на все это. Остается у нас Sky Mag один бесхозный. Ждем его совсем чуть-чуть и начнем наблюдать за дотой. Всех приветствую, кто у нас на стриме, кто пришел, смотрит матч. Всем-всем привет. Смотрю, там в чатике у нас уже кто-то что-то пишет. Я тебя приветствую, даже на... Скажу твой ник, you so good, привет тебе. Ну что, поехали наблюдать за противостоянием команд SLV и EDS. Команда SLV. Stormtrooper играет у нас на антимаге. Лори Дженкинс играет на Shadow Shaman. На все садится как раз таки капитан команды, как мы в принципе приугадывали. Айсберг на TFC.
Сакин-сан на Скайрос Магия и Нид плюс Мораль на Тибер Соу. Команда ДС стоит почему-то на базе, до сих пор 44 секунды всего остается, я не знаю, почему они так стоят, чего они ждут. Ладно, попугайчик садится на винге, интересно, у него ник Мяу. Фурион, слушай, Рейги, Рубик, Лоуриенс на Луни и 30 секунд Хэвост Ю боя. На Тинкере. Таким закопом поднул талисман с тангусиками на ранний ботл. Здесь ребята следят очень аккуратно за всеми вардами. Пенек очень прикольный, смотрите, какой забавный. Ну а Фурион отправляется все же в оффлейн. Трипла у нас будет Луна плюс Рубик плюс Vengeful Spirit. Луна у нас, ну да, это такая была типа старта давно. Раз пассивка, два пассивка, Луна плюс Вингай. Там дэмэдж под 80 чуть ли не. Но почему-то прокачали ребята станы. Видимо, пытаются врываться. Тут телекинез, там стан, то есть три стана потенциальных. И если подставиться, то будет больно. Что-то шаман здесь странно делает. А, вот смоки пошли. И будет выход на Тинкера. И выход-то может быть нормальный. Там есть вот эта связочка Шеклес. Там есть Скай с замедлением или сайленсом на выбор. И Тинкер ничего не видел. А, видел Тинкер, да, как я понимаю, все это. И не выходит, не выходит. И должны ребята понять, что что-то здесь не то. Тинкер не выходит на лайн. Тинкер не хочет там воевать. Соответственно, или нет, или пойдет. Все же, стопит здесь крипов, стопит. Ну, смоки-то заканчиваются уже почти. Тинкер еще не выходит. Ну вот, немножко выходит. Будет ли врыв какой-то туда идти? Не совсем ясно. Нет, все же ничего ты уже здесь не сделаешь. К сожалению, нужно саппортом возвращаться попросту на лайн, пока теряет время. Не хотя там стоит антимаг один против Фуриона. Он здесь, по сути, проблем особых не должен испытывать. Или попросту так, трипл мид, что ли, я не знаю. Ну, черт его знает. Тимпер получает левел, ему, в принципе, достаточно. Убить его будет сложно. Довольно-таки он крутой герой в плане эскейпа. Вот это есть Тимберчейн прекрасный. И за дерево зацепиться, и дело в шляпе, собственно. Пока брони у него немного, но за счет пассивки, конечно, она будет появляться. Много очень тангусиков, поэтому убить его, опять же, будет сложновато. Это уж больно, надо будет сильно ему подставиться. Скай здесь харасит немножко своего оппонента, Фуриона. Фурион проседает, ну, все правильно. По крипстату давайте взглянем, что там происходит. Понятно, что Зевс пока у нас топ, антимаг также. Ну, Луна всего 5 крипов, вот как раз таки, что пассивки не было. Смотрите, сейчас там урона будет. Тут уже так получается, там 66. Сколько будет с вингой, там вообще забей. Ну, антимаг будет фармить. Ну, много легенд ходило, что антимаг уже не тот, что антимагу тяжело стоять на изи-лайне, что немножко другая дота уже пришла. Здесь проблем могут быть сейчас у Фуриона. Летит сюда Магина. Пошла связочка. Это First Blood в исполнении команды SLV. Антимаг еще оформляет этот ФБ, что вообще прекрасно. Ну, я говорю, что это будет очень проблема. Тут очень много дизейблов. Это еще без фикса даже. Вот через Изершоки попросту Кура пришла, привезла ботиночек, вардецкий, все хорошо, пока у ребят из СЛВ. Еще в придачу, опять же, этот антимаг фармит. Купил себе Ring of Health, это будет довольно-таки быстро, скорее всего, бэф. Хотя, возможно, и Вангард что-то знает. Но обычно это бэф. И говорит, давайте-ка еще раз, Фурион тут подставляется. Но надо дождаться крипов. Говорит, вот крипочков-то нету, нужно крипочков дождаться. И здесь саппорты попросту теряют время. Действительно, они будут ждать очень долго. А прыгать просто по тауэр, это, ну, дорого. Дорого-дорого. А, может, тут, я не знаю, на вот этих как раз-таки стаках. Тинкер здесь, конечно, будет испытывать адские проблемы. Ему не дадут эти стаки просто на халяву пофармить. Нужно это прекрасно понимать. И Фурион спрятался в леса. Говорит, надо быть поосторожней. Но антимаг оставляет полностью на фрифарм. Зевс у нас также занимает топ-крипстат. Выигрывает он мид, пока Тинкер имеет 8 крипов против 15 у Зевса. Это понятно, стоять сложновато. Там очень много маны, там бутылочка. И очень сильные обилки в плане хараса оппонента. Выход здесь на Тинкера, связывают этого Тинкера, идет Зевс, есть болт. Ну еще приходит сюда Скайрос, без шансов просто. Скай разваливает там, ну и шаман из Эршоками все это достиливает дело. В итоге счет 2-0, кричат на шамана, зачем, братан, не езжай же из Эршоки. Там и так, не так уж много урона. Не надо так делать. Симбер здесь при этом живет, 3 крипа имеет, но там уже почти 5 левел, что очень круто. Ну смотрите, сейчас у Луны 69 урона, то есть почти 70. Ну не 69, 79 урона, прошу прощения. То есть 80 урона, как я говорил, согласитесь, это, конечно, жесть. То есть там харасить этого
И у Рубика тоже урона нормально. То есть у всех очень много урона. Вот брался специально Рубик ренжевой, как я понимаю, что было еще веселее харасить своего оппонента. А, будет ли выход снова на Фуриона? Наверное, пока нет. Там регенерация. Отдают ее Зевсу. Зевс почти с ультимейтом. И это, конечно, превосходно для команды. По-другому тут сказать и нельзя. Пока СЛВ лидирует невероятно. По графикам тоже понимаю, что больше 1000 голды и около 1500 экспы у нас. Ну, Тимбер просто фармит левел, ему, по сути, крипы не так важны, хотя имеет он 7 крипов против 9 Фуриона, но Фурион вроде и тоже его фармливает. Но Фуриону не так нужен левел, как вот этому Тимберу. Тимбер с этим левелом может тут сейчас сделать трипл килл на самом-то деле. Фармит, кстати, он себе в Real NDS максит. Оставляют антимага одного и говорят, давайте-ка выйдем на топ, но там вардецкие стоят, все это спалит, центри. Но под шестой лейл просто идут ребята, все, пошел уже Тимбер. Попадает, Тимбер Чейнер не попадает, но здесь приходит просто эта бешеная трипла. Рубик, надо убивать этого Рубика. Минус Рубик, надо дальше же идти ребятам. Идут ребята дальше. Там ульта сейчас появляется, вот она и ульта. Но не заюзана, просто минус 3. Вот он, Тимбер, как я говорил, трипл килл можно делать легко. Ну, правда, с оппонентами, но в любом случае убивает всех и вся. Это фраг. Превосходно, что ж сказать. И при этом еще антимаг фармит придачу, ботинок у него, Ring of Health. Фурион немножко борзеет, понимает, что никого нету на карте. По ботому все на топе, поэтому можно немножко и антимага похарасить, и пофармить нормально. Но антимаг вроде как и не против. Там брони достаточно, достаточно отхила. С тангусиком регентом, как видите, довольно-таки большой. Сейчас будет выход на Тинкера. Тинкер здесь бутылки, больше ничего у него нету. 10 крипов у парня, Зевс 20 еще он там убивает. Зевса у нас 1-0 и 3 ассиста. У Тинкера же проблем побольше. Здесь он сейчас загуляет. Загулять сейчас может шаманчик же. Надо бежать ему отсюда поскорее. Ай-яй-яй, шаман-то не идет, а шаман-то не идет. Получает стан, раз. Зев стоит просто на месте. А почему Зев стоит? Вот, ульта пошла, но этого недостаточно. Ну как-то Зев что-то стоял на месте, я не знаю, может и ФКшил, ВКзались по-быстрому. Там, правда, Тимбер убивает Луну, а на ботами убивает антимаг спокойно себе Фуриона через ультимейт. Ну а Тимбер, понятно, через все, что можно убить, он убивает. Через все обилки получает арканы, и уже все ненормально. По Нетворс мы понимаем, что там... А уже Тимбер перегнал эту луну, которая вроде фармит. Теперь эта луна на базе, телепорт делает не с базы, собственно, ману она теряет. Ну, я говорил, что ребята почему-то, чем ребята хуже играют, тем больше у них какие-то претензии к стримерам, что там инфу палить будут. Не надо так делать же, зачем мне вашу инфу-то палить? Опытные команды понимают, что есть задержка на стриме 2 минуты, что, ну, даже если вам будут палить там какие-то варды, но это ж не... Суть важно, но варды это не так уж прям супер важно и с вардами. Есть выход на луну, связочка пошла, промахивается Тимбер. Это, кстати, может довольно-таки сильно решить, но вот, чё-то разворот разваливает этот Тимбер. Есть Тимберчейн, давать же надо этот Тимберчейн. А, ну просто через Релендес появляется Чехрам. Вот он пошел, больно очень Рубику, пару тычек остается, еще приходит сюда Скаймак, и это просто трипл килл, про что мы, собственно, и говорили. Ну вот, и, собственно, давайте мы вот так сделаем еще. Как я и говорил, если этого Тимберу дать левел, он будет творить грязь, а вот Фуриону, про Фуриона сказать это сложно, здесь на Фуриону погоня идет, правда там фейсбутс, поэтому понимают, что ребята... погоня это бесполезно, и лучше отойти назад. Здесь Винга дает стан, но тут Скай все контролит, разваливает этим своим Эркенбол. Ну и Винга убегает отсюда в панике, понимает, что ловить здесь нечего. Тинкер, ботинок, ботл, это у нас 8-я минута. Обычно, знаете, в такие минуты и собирает уже полноценные тревела. Тут до тревелов или до какого-то слоринга еще очень-очень далеко. 3 стака примерно, это тоже там 1000 голды максимум будет. Ну, все в общем печально. Очень печально все для команды DS. 11-2. По графикам больше 4000. И по опыту около 5. Здесь пытается опять шаман здесь кого-то найти, кого-то загангать, но не получается. Просто вот эти фейсбутс убегают быстро очень. Фурион не успевает связочка пройти. По нему там ренжа, ну, вроде и большая. Но сейчас, кстати, можно, да, выйти. Но сразу фейсбутс и побежал. И побежал. Но это круто, что шаман гоняет Фурион, это уже неплохо, по крайней мере. Фурион 2200 у нас Нетворс, Тинкер 2000 всего, ой-ой-ой. Это очень печально, Тинкер 16 крипов, Зев 35, просто убивают у нас
Здесь через ульту бедного Тинкера. И тут дальше, ребята, здесь проблема с большой Винги. Винга, скорее всего, также разваливается. Тинкер дальше пошел, чакрам. Есть Релендес, пару точек остается. Ну вот, пошел Бим. Больно очень по Тимберу, Тимбер разваливается. Баллистики не прожал. В итоге минус один, ну в размен опять же на Рубика и Вингу. Жалко не убили Луну, было бы, конечно, вообще супер весело. В итоге выходит так, что Скай вынужден идти на базу. Нет у него ни хелспоинт, ни маны, и все печально. Машинки пошли здесь заряжать Тинкера, ну а Тинкер спокойно через ДД уходит. Сейчас попробует еще на развороте, может кого-то поймать, но не стоит. Здесь все же у нас Винга, и Тинкер начинает болтом разваливать. Тычка же остается буквально, но не хватит. Там лазер пошел, и все, это проблема. Здесь пушится ботом, также пушится топ. Всего по чуть-чуть пушат ребята, и топ, скорее всего, упадет. Фурион делает свою работу на пятерочку. Чую, ультует. Ну вот приходит этот Тимбер. Тимбер не попадает Тимберчейном, но всего этого достаточно просто. Вот пошел спрут. Там все на кулдауне. Тавер говорит, заденай ты тавер. Ну, а Тимбер говорит, забил я на ваш тавер, я буду убивать Фуриона. И скорее всего убьет. И убивает. Да, все правильно сделал. Прям хотел сказать, где же. А там Атимаг добивает Рубика, да? И Фуриона. Шаман умер под тавером просто. Танковал он, что не должен был делать. Летит ли там БФ? БФ летит, 10-я минута. Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень плохо. Это такой ранний БФ. Это же там забей. Нетворс, конечно, антимага номер один. 5500 у него, ботинок и Battle Fury. Это очень рано. Это слишком рано для команды DS. Я думаю, не ждали они так рано. Тут Луна убивает Ская и Тауэр еще в придачу. Очень много убивающих получила. Прям 800 голды сразу с нуля, как я понимаю. Ну, повезло. Посмотрю по-быстрому чатик, что у нас там творится. Да, вроде ничего опять не творится у нас. Но люди смотрят, и я вас всех еще раз приветствую. Здесь проблемы антимага могут быть. Антимаг, правда, с блинком замахнул. Ульта пошла, убивает Луну там через ультимейт. Антимаг, конечно же, уходит. Палит еще Тинкера. Тинкер тут в лесу, просто вынужден уйти хоть куда-то, потому что бесполезен он абсолютно. Даже лесные ребята пытаются найти кого-то. Ну а Тинкер уже пошел на базу. Нет у него ничего, вынужден он просто отойти назад. Так что немножко опоздали совсем. Так, мне не нравится, что слишком меня сильно перебивает комментатор, согласитесь, как-то это неправильно. Вот так можно. Пушится ботом. И ботом будут падать почему-то приходит, правда, это триплацка. Это минус Винга, это минус там Тинкер. Просто убивает его Тимбер, пришел, видимо, назад. И у Фриона также проблема, ультимейты, там болты, все, что хочешь. Минус 3, 21.5 и тауэр дефится. Вот пришли, задефили и до свидания все. Тинкер там, Тинкер вообще почему-то здесь был. Что он здесь забыл, не ясно. Видимо, ходил на эншентов, но не успел дойти даже до них. Не везет ему Тинкеру, неудачно здесь залетел, можно было все-таки взять кого-то другого, против Вивса стоять было сложно, это понятно. Дали абсолютно всю инфу ребятам, но не использовали ее. Проблемы у Рубика большие, Релендес, как понимаю, болт обычно залетел с Вивса и минус Рубик. Там скоро будет уже Аганим. У Тибера также является уже половина Бладстоуна, остается персик и будет вот этот заветный Бладстоун, который даст невероятный реген маны, ну и просто приятный айтем. Идет Зевс, Зевс в инвизе, ну здесь пока никого нету. Машинки пошли, ой-ой, проблема-то у Зевса, больно ему довольно-таки. Но приходит вот этот Тимбер и начинает разваливать. Зевс с ультимейтом ли, интересно. Зевс с ультимейтом дает его, проблемы у Фуриона, Фурион минус. Но на этом все. Есть ли змейки? Змеи, кстати, нету, там они стоят. Пропушили они Т2 на ботом. Идет сюда Тимбер дальше, минус Vengeful Spirit, дает Сайленс по бедной Луне, это минус. Рубик также через Релендес, через Симперчейн. Ну, минус 4, я не знаю, будет ли ГГ уже 13 минута, но тут уже, по-моему, все ясно абсолютно. Поэтому я даже не вижу особого смысла продолжать эту игру, вот честно. Тут просто игра в одни ворота. Как говорил, новички или опыт, все же. Уж больно слабо играют ребята из ДС. Пик довольно странный, пик Луны, которая себя вообще не реализовывает. Собрала доминатор, не фармит.
имеет 57 крипов против 107 антимага. Антимаг там просто фармит. Он даже не играет, понимаете, что там смешно? Он там на замес один пришел, и все, дальше он фармит. Получает стан этот Тимбер, но ему уже все равно. Бладстоун. И много хп. Много маны. Ой, идете до Тинкера, не успевает дать эту анимацию. Арлен Дес неплохой, здесь он один, остается против четверых. Это проблема. Да ладно, и ушел же, еще на развороте. Ну зря, 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 зря. Проблемы большие, проблемы большие. Надо суетиться, не успевает. Но приходит сюда Магина. Магина будет что здесь делать, неясно. Дискай находит Луну. Луна начинает результовываться. Там отличный Мистик Флеер залетает. Проблема у Магины. Надо же ульту дать Магине бы по Луне. Там такой же дэмэдж мог бы залететь, но не залетел. Не залетел. Не дал почему-то, хотя там вообще не было маны у Луны. Прожала на все, что можно, но... А, ну вот, Зевс. Ульту решил прописать это Луне, бедный, и до свидания, Луна. В таверночку она отправляется. Но нельзя так много умирать, 2-7 у мейн-кэрри, это беда. По графикам, 12 тысяч голды, около 15 тысяч экспы лидирует команда SLV. А, по графикам, что там творится? 8, ну уже 9 тысяч, не по графику, по натворсу, конечно. 9000 антимаг, Зевс 7200. А, ну и Тимбер 6700. Луна всего 4000, ну... А, в общем, как-то вот так все печально. Здесь Сайленс дает по Фариону, начинает разваливать. Тимбер Чейн даже не пришлось юзать, ну и все. На этом... фраги оформлены. Снова на Фурионе, Фурион там просто умирает по кулдауну. Вроде и Мидас зачем-то собрал, ну не знаю, собрал бы ты все какие-то, не знаю, там половина некров. Там оставалось бы 700 голды и были бы некра. Не собрал, ну фраг, Тинкер здесь пытается что-то фармить. Немножко даже выфармил, но травала будет тайминговые. Все это Тимбер выживет вообще, о, Тинкер выживет, прошу прощения. А здесь он навряд ли выживет, идет сюда Магина и... Здесь просто остается пара секунд до смерти. Кикса... И до свидания. Здесь еще может сейчас Магина попробовать пофармить. Нет, не будет. Манты пока нет. А с мантой, думаю, можно. Пойдет на Рошана. Ну, зачем вам Рошан, гайз? А, купил себе просто арканы. Еще пачку. Проблемы большие у нас. Ну, хоч... не хочет даже ульту юзать. А, Зевс. Ставит паузу. Ну, тут у нас ребята уже фанятся, конечно, это... Не очень-таки красиво не стоит. Хотя забавно, да. Ну и болтом, разумеется, эта Луна отправляется в таверну. Зевс уже фармит себе рефрешер. Есть у него половиночка от этого рефрешера. Так что остается не совсем уж и много до появления онова. 13 тысяч голды по преимуществу у... Так, здесь на выход на Фурионщика. Ульта есть, ну ультой-то можно дать. И вот она пошла, до свидания, Фурион. Ну и по опыту больше 16 тысяч появляется тайминговые травела у Тинкера, которые уже никак не помогут. Это должны прекрасно понимать. Здесь уже сложно что-то сделать. Убивает там Рубика. В лесу его находит, что он здесь фармил. Или варды тыкал, вардов у него очень много, но... Тут уже и варды вроде как не помогут. 32-7, счет, конечно, какой-то адовый. Антимаг. С мантой, с БФ. Надо какие-то, наверное, ботинки зафармить. Может быть, что-то вроде тревелов, я не знаю. Выход на Т2 ставится змейки. Проблемы также сейчас большие у Луны. Дается Сайленс, идет сюда Шаман, Мистик Флэр. Ну вот, Мистик Флэр плюс... Плюс вот эта связочка. Шеклас, и никаких шансов, я это говорил. Получает Хиксу Рубик, есть Чакрам. Рубик там сейчас ворвал, кстати, Мистик Флэр неплохо. Но, значит, стоит отойти, потому что Мистик Флэр это не шутки. Там дамаж довольно-таки большой будет по всем. Здесь пушит у нас Фуриончик. По чуть-чуть товарочек забирает. Ну, достаточно ли это, я не думаю. Антимаг, антимаг. Тут Эншент еще есть, может зафармил. А, он, видимо, зафармил. Видимо, зафармил, это успешно. Или это Тинкер все же, я не знаю, на самом деле. Тинкер почти с Олл-Рингом. Остается не так уж ему и много. Здесь такой чат начался, я прям хочется отключить. К сожалению, вот так мы сделаем, потому что, ну, невозможно. А, ну да, все равно не отключится.
Здесь Тимбер соло гуляет, попадает под машинки. Ну да, было забавно только что. Луна ульту, видимо, не знаю, мискликом нажал или что, просто Тимбер выживает, Тимбер не получил ни ты от ультимейта, который так, там на одного взять смысла нету никакого. Но вопрос, как ты выбираешь игры для стрима? Захожу на SLTV, на FastCap, выбираю рандомную команду, она обычно посильнее. И, собственно, пишу админам, там группы, не группа, а команда. Ладно, ничего с ним. Луну здесь начинает бить, больно ей, бимчик дает, но всего этого недостаточно. Там антимаг без мана оставляет буквально за секунду. И, собственно, пишу админу там, или... Кэпу команды, он говорит, без проблем, там я все пруфы даю, и дело в шляпе. Так что, абсолютно рандомно выбираю команду, стараюсь каждый раз новую, чтобы там знакомиться с людьми какими-то там, набирать подписчиков и так далее. Антимаг баш фармит, будет он через 350 голды, ну и тавр просто в соло забирает, ничего не боится. Можно только переагрить тавр, вот переагрил он наконец его. Ну и монта понеслась. Я не знаю, почему ребята не пишут ГГ, по-моему, тут уже все решено было минут 5 назад. По графику там страх, больше 16 тысяч и по опыту около 27. По лавелам там тоже вот такая же вакханалия творится. Тимбер 16, в то время как какой-то тинкер там 9, ну и Зевс 15, тинкер 9. Тинкер здесь, конечно, машинками может дефать, но не знаю. И Фурион там вроде ультит. Какую-нибудь меку бы, она тут урн, в принципе, достаточно. Тут урна, только одна, правда, остается. Ну и варды сбиваются. Варды сбиваются. Все, которые здесь стоят, отправляются они куда подальше. Если можно так сказать. Луна фармит Блэкенбар, уже есть заявочка, вот этот Огр Клаб, но мне кажется, это будет недостаточно для победы в любом случае. Луна не имеет сейчас много дэмэджа, и Шалан здесь фанится, стоит как вард. Ну давайте, ребят, пора заканчивать. Там змейки ли есть? Змейки уже появились, поэтому, я думаю, можно зайти сделать минус 5 по байбекам там. А, Тимбер решил серапира собрать, наверное, да? Ну, не знаю, лучше бы ты собрал серфрешер какой-то. Было бы смешнее, а рапира это так, неинтересно. Абсолютно. Ну, ставятся змейки, хорошие змейки и под бараки. Здесь тинкера, кстати, можно споймать. Тинкера сейчас... А, вот тинкер отменяет. Телепорт понимает, что здесь лучше ему не прилетать. Ну и тавр по чуть-чуть пушится, пушится, пушится. Ворует рубик что-то, ворует изершоки. Ну, не самое полезное. Получает все вместе.